Сегодня было объявлено о создании Союза добровольцев Донбасса. Это общественная организация, призванная обеспечить социальную поддержку тем, кто оказался в рядах ополчения, чтобы защитить интересы жителей юго-востока Украины. Возглавит Союз бывший премьер, провозглашенный ДНР, Александр Бородай. На сегодняшней пресс-конференции в Москве были озвучены главные задачи нового движения. По сути дела, мы создаем организацию социальную. Конечно, у нее есть и благотворительные функции. Конечно, мы будем помогать друг другу. Мы будем помогать семьям погибших. Очень многие лишились здоровья, многие лишились работы. Все они нуждаются в помощи. Мы должны им помочь. Для этого мы должны объединиться. Мы хотим помочь вдовам, матерям, детям, которые остались без поддержки. Я сама такая, я знаю, что это такое. Я сейчас прохожу этот этап. Но я надеюсь, что мы сплочимся действительно и поможем друг другу.